Видно, слышно хорошо. Да, начнем уже скоро танец кенгуру учить. Да, у меня мой кенгуренок всегда со мной. Это мой будильник. Вот на телефоне он рядышком всегда напоминает мне про Австралию, про то, что я могу потерять, если я буду долго спать, и если я буду, ну, там, лениться что-то здесь делать, да? Поэтому у каждого будет своя какая-то мотивация здесь. И я думаю, сегодня мы разберем, да, именно очень, сегодня у нас очень много информации, поэтому мы сразу начинаем. Напишите в чате, есть ли у нас новички. Новички есть у нас, всем хорошо, видно, слышно. Плюсики вижу нормально, все, да. Видно, слышно, все хорошо. Новички, поставьте плюсики. Есть, есть, есть новички, есть, есть, есть. Я очень рада приветствовать новичков у нас в команде. И для вас особенно будет полезна эта информация, потому что вы пришли к нам в компанию, к нам в команду для того, чтобы начать здесь зарабатывать деньги. И именно вот сегодня мы с вами разберем, что нужно делать и какие же деньги можно здесь зарабатывать. И я хочу сказать, что мы сотрудничаем с компанией прямых продаж. Компания прямых продаж Oriflame одна из лучших. Компания входит в десятку мира, но у компании есть план к 2020 году быть в топ-1 мира. У компании очень амбициозные планы, и компания это собирается делать со своими партнерами. А мы именно и есть партнеры компании. Поэтому сегодня мы с вами разберем вот тему, стоит ли, да, строить бизнес в прямых продажах. И я начну. Информации очень много, я буду очень быстро. Если у кого-то есть вопросы, вы обязательно спрашивайте. Что предлагает наша компания? Да, наша компания вот работает в трех таких аспектах. Это твоя красота, твой успех и твои сообщества. То есть именно полностью, ну, по этим всем аспектам мы работаем. Что же такое твоя красота, мы сейчас разберем, да? У нас есть три важных акцента. Это наше лицо, здоровый образ жизни и наш бьюти образ и стиль жизни, да? Вот и сейчас мы понимаем, да, что ну, как бы в мировые тренды уже сейчас это здоровый образ жизни, уход за лицом, люди живут в удовольствии, то есть, ну, все меняется. С каждым годом, с каждым веком все меняется, да? И вот это мировой тренд, здоровый образ жизни. И именно наша компания делает большой уклон на этом, да? У нас это есть wellness, как здоровый образ жизни. Это правильное питание, это физическая активность, это режим дня, это сообщество, да, то есть я очень кратко обо всем, но это вот весь масштаб, который дает наша компания. Это не просто наша команда, интернет, и вот только мы тут с вами, да, это очень огромные масштабы. И вот посмотрите на, то есть то, что сейчас именно модно, именно трендово, именно то, что нужно людям, да, многие сейчас идут и начинают правильно питаться, да, узнают эту информацию, очень много проектов именно по правильному питанию, очень много людей сейчас можно заметить, да, на беговых дорожках, на велосипедах, на роликах, утром бегущими, да, там по парку. Очень многие именно сейчас придерживаются уже режима дня, да, и очень многие именно в каких-то сообществах существуют для того, чтобы было общение простое, интересное, и вот именно наша компания, ну, дает нам это, да. Wellness, что такое wellness, очень быстро, вкратце, да, это наш продукт для здоровья. Качество, которому можно доверять. 50 ученых разрабатывали все эти wellness-продукты. 400 опубликованных независимых научных работ. Это тоже большое преимущество нашей компании, потому что есть много сетевых компаний. Вот я хочу эту информацию дать для тех, кто пришел сюда строить бизнес. Очень много сетевых компаний. Есть новые сетевые компании, есть старые сетевые компании, да. И то эту информацию я даю от Катрин и Афонина, Виктора Афонина. Эта информация вот самая-самая официальная. И вот смотрите, есть 300 тысяч в мире компаний, это лучших, да, 300 тысяч в мире лучших компаний. И каждый год еще минимум 100 новых появляется. Но я вам хочу сказать, что только 4% с этих 100 идут дальше. Вот
Просто, ну вот, многие, да, там рассматривают разные варианты, но только 100 появляется, только 4% остается на рынке. Наша компания уже устоялась на рынке, наша компания конкурентоспособна, и у нашей компании есть очень много вот разных, ну вот я про научные работы, да, и вот всех тех компаний, которые есть вообще, да, сколько много научных публикаций нету, а если есть научные публикации, значит мы нужны, значит про нашу компанию нужна информация, и нашу информацию читают, да. Дальше это вот 15 лет разрабатывалась серия Wellness и разрабатывалась ну, учеными, которые работают в своей области, да, области по, ну, вот, по здоровью, ну, по 30-50 лет. Это те люди, которые понимают в этом. И в этой серии у нас 100% натуральные ингредиенты, 0 искусственных добавок, красителей, консервантов и ГМО и 6 международных сертификатов качества и безопасности. И вот подумайте, да, с каким брендом можно сотрудничать и нужно сотрудничать, да, с таким, у которого есть это все, или с тем, который только начинает, например, да, то есть я рассказываю наши преимущества, то, что у нас уже есть, и именно 50 лет компания уже работает с этими вот, ну, разработками и ну, со всеми и, ну, инновациями, которые есть у компании. Поэтому это, ну, очень, ну, это то качество, которому мы доверяем и которому и с которым мы работаем. Что такое wellness? Каждые 5 секунд в мире продается один продукт wellness от Oriflame. Это вам факты, это чтобы вы понимали и знали. Каждые 5 секунд в мире компания сотрудничает с 62 странами мира. И в 42 странах официально есть продукт wellness. Продукт wellness для здоровья. 42 страны пользуются этим продуктом. Поэтому, ну, мы можем доверять и мы можем, естественно, рекомендовать этот продукт дальше. И вот почему, да, почему, ну, это интересно, да, и почему это сейчас именно модно, трендово, да. Вот смотрите, как развивается сейчас музыкальная индустрия, да, ну, вот это данные там за, ну, за год, да, официальные данные, 16 миллиардов. Киноиндустрия, ну, то, что очень сильно сейчас развивается, да, это 80 миллиардов. И wellness-индустрия сейчас развивается, это 90 миллиардов. Ну, понимаете, понимаете, с каким гигантом мы работаем? Везде wellness на первом месте. Поэтому это тот продукт, с которым нужно разобраться. Начинайте разбираться. Самая быстро растущая категория. За этот год 20% роста продаж только wellness. Это официальная статистика. Поэтому думайте, да? Но это wellness только-только вот недавно начал набирать обороты. Вы представляете, если будет 80% роста? Ну, потому что этот продукт знаем только мы с вами. Мало еще кто с людей знает про этот продукт. Поэтому наша задача сейчас рассказать о том, что здесь у нас есть такой продукт. Дальше, ну, то есть, это я вкратце, да, с чем мы работаем. То есть, наша красота, это здоровье, да, то есть, наша серия wellness. Дальше, наша красота, это уход за кожей. Вот напишите раньше, ваши мамы, бабушки ухаживали за кожей профессионально. Нет, потому что тогда не было это в тренде, да, сейчас это в тренде, сейчас этим все занимаются, сейчас очень много профессионалов, которые именно понимают то, что молодость можно продлить. И наша компания делает это сейчас именно то, что надо людям. И вот одним из трендов является уход за кожей, да. И вот смотрите, опять, мы находимся в компании Oriflame. И посмотрите на цифры, да, какие отрасли косметических компаний развиваются быстрее всего. Уход за волосами, декоративная косметика, парфюмерия. И 45% это антивозрастной уход. И как мне понравилось, да, у нас нету такого, что вот, вот сейчас, вот именно сейчас это развивается, да, антивозрастной уход. Но есть компании, которые увидели, ну, то есть, или их еще нету компаний, да, но вот они, ну, то есть, есть люди, которые увидели, что сейчас активно в моде антивозрастной уход.
и начинают срочно, быстро создавать компанию, которая выпускает эти все средства. Вот наша компания идет на шаг вперед, потому что уже на протяжении 8 лет разрабатывались эти средства, и только сейчас вот идет это в модном тренде, а у нас этот продукт, который нельзя ни подделать, который нельзя ни переделать, который дает шикарные результаты, тестирован, клинически тестирован. То есть это то, компания смотрит намного вперед. И то есть, вот, ну, то есть поверьте этой компании, поверьте ну, этому бизнесу, да, потому что компания смотрит намного вперед, компания на года вперед, на десятилетия вперед смотрит. Поэтому я думаю, стоит все-таки обратить на это внимание, да, если какая-то компания только начинает делать какие-то средства, наша компания уже с 8-летним опытом, и уже 2 года, как эти средства антивозрастные, да, вот наши новые, которые работают, которые уже люди видят результаты. Поэтому это тоже наша гордость, это наши вот, долгосрочные инвестиции у нас есть, да? У нас есть собственный институт исследования кожи. Вот у меня есть, ну, есть подружка, ну, как подружка, знакомая, она начала заниматься изготовлением кремов. Для меня, ну, сейчас, для меня, ну, это нонсенс. Если есть сейчас такие гиганты, такие вот компании, у которых есть собственные институты исследования кожи, которые уже в этом, ну, на этом всем слона съели, да, и какой-то маленький человек начинает делать вот крема собственного приготовления. Какой может быть результат? Какой может быть результат? Не нужно создавать велосипед, нужно брать то, что есть, то, что уже, как Вита говорит, заслужили доверие, да? То есть эти продукты, напишите в чате, продукты по уходу за кожей лица, средства по уходу за кожей лица. Вот, ну, все наши партнеры, кто пользуется, вам дает результат? Я пользуюсь уже средствами от компании, 5 лет. Я, ну, то есть я сейчас выгляжу лучше, чем была 5 лет назад. И это благодаря тому, что компания сделала такие разработки для нас. И мы берем, пользуемся, нанесли. Зачем что-то выдумывать? Зачем огурцы эти лепить на свое лицо, которые сейчас там с нитратами и так дальше? Зачем что-то домашнее придумывать, если оно уже не дает результата? Дает результата профессионализм, научные разработки. И, ну, у нас есть чем гордиться, у нас есть чем гордиться, поэтому мы в этой компании, мы можем об этом говорить. У нас есть, что такое вообще антивозрастной уход? Напишите в чате, что такое антивозрастной уход? Раньше как, я думала, ну, уход за лицом нужно уже там в 50+, да, чтобы морщины разглаживать. Сейчас я понимаю, что это такое. Антивозрастной уход – это уже первые признаки, которые появляются на нашем лице. Первые признаки старения, да, это первые морщиночки, первые какие-то пигментные пятна. Я думаю, вы сейчас согласитесь, вы молодая, но есть какие-то вот уже у вас первые изменения на вашей коже. И именно с этого возраста, с этого момента уже нужно начинать ухаживать. И у нас есть такая серия, да, NovAge, которая помогает уже с 20 лет ухаживать и сохранять молодость вашей кожи. Это серия True Perfection 25+, это серия Экологен, которая уже, то есть серия True Perfection, это борется с первыми возрастными, да, изменениями. Серия Экологен, это уже для более взрослых девушек, да, и которая уже сокращает морщинки. Серия NovAge Ultimate Лифт, это уже для более взрослых девушек, да, где нужно уже и подтягивать, да, но там лифтинговая еще уже серия. И есть серия для 50+, это та, которая улучшает состояние зрелой кожи. Но я думаю, вы можете увидеть разницу в возрасте, да, но посмотрите сейчас на тех людей, которые, посмотрите на тех людей в 50 лет, которые пользуются уходом за лицом и которые не пользуются, или которые пользовались всю жизнь и которые не пользовались. Есть разница на лицо. И сейчас мы именно, у нас именно тот продукт, который помогает людям оставаться молодыми. И это в мировом тренде, да, это то, что сейчас ценится, то, что сейчас нужно, да. И вот посмотрите, какие результаты можно сделать молодым людям, да. Вот это Ли, она с Китая.
топ-6 мира за пару лет, бриллиантовый исполнительный директор, которая просто поняла, что уход сейчас нужен всем. И у нее, в ее команде, она ну, реально сделала очень крутые результаты, самая молодая в топ-15 мира, да, которая вот просто начала рассказывать своим подругам, своему окружению о том, что есть вот такой вот классный продукт. И чтобы люди его нигде не искали, нигде сами не делали, да, чтобы люди просто пришли, попробовали и начали делать. И вот у нее, ну, вот такие вот результаты, бриллиантовый исполнительный директор, топ-6 мира, да, 72% это продаж средств по уходу за кожей в команде. То есть понимаете, да, что людям это надо, люди этим пользуются, люди этим будут пользоваться. И наша задача изучить этот продукт и просто быть тем человеком, который предлагает это. Как вот, раньше мы с вами мылись, купались, да, сейчас актуально ухаживать за лицом и быть здоровыми, молодыми. И у нас есть классные высокобальные продукты. Помыться можно, да, моется каждый человек. Но чтобы выйти на уровень директора, нам нужно 7500 штук мыла продать, да, или порекомендовать в своем окружении. Это чтобы 7500 тысяч человек купило помыло у нас, да. Или все-таки может лучше 31 человеку рассказать, что такое уход за лицом. Ну а если взять и то, тогда, естественно, будут быстро результаты. То есть, поэтому нам нужно быть сейчас профессионалами в том, что предлагает компания, в том, что нужно людям. И это просто для себя берите и ну, понимайте, да. И вот посмотрите, как можно выходить на уровень директора, да, по карьерной лестнице, да. То есть, чтобы выйти на уровень 3%, это просто нужно взять набор себе, и вы уже 3%, вы уже получили первую скидку, вы уже получили первые результаты. За следующий каталог вам можно просто порекомендовать еще кому-то со своего окружения, и вы уже получаете больше, и вам человек уже благодарен, и так дальше, и так дальше. 31 набор, вы директор компании. Это 31 девушку сделать красивее, моложе, да. Ну, это отличная работа. И идем дальше. Следующий блок у нас это, ну, то есть в блоке твоя красота, следующий акцент это красота, вот, да, бьюти-образ ваш. И я хочу, ну, остановиться, да, то есть модно сейчас красиво, ярко краситься, быть индивидуальной особенностью, да. И вот смотрите, знаете ли вы, как Oriflame следит за трендами? Напишите в чате, кто об этом знает. Вот я когда смотрю каталог, и, ну, в каталоге всегда разные картинки. И это не просто так. Разные картинки, разные цвета, разные какие-то аксессуары, разные начинаются то матовые, то яркие, то бежевые, то нюдовые, то какие-то, ну, это все разное. Но я сейчас вам скажу, как компания следит за трендами. В мире есть 5 компаний, которые диктуют эти тренды. То есть эти компании знают, что будет модно 5 лет вперед, что будет модно через 5 лет. И эти компании знают, а наша компания сотрудничает с этими всеми компаниями. Когда разрабатывается каталог, каталог разрабатывается за год вперед. То есть у компании уже есть каталоги, которые будут через год. Они уже знают, что будет модно через год. Какой цвет помады, или какой цвет теней, или какие аксессуары, или какие яркие цвета. Но вы же понимаете, вы же знаете, что модно там в этом, ну, там, что трендово в этом сезоне, да? Что модно в этом сезоне. То есть на следующий сезон что-то меняется, каждый сезон что-то меняется. Но наша компания, она уже знает, что будет через год. Она уже сейчас работает над помадами, над тушами, да, которые будут актуальны через год. Вы понимаете, в какой мы компании? Компания с этими всеми самыми лучшими вот, компаниями, которые за этим следят. За этим следят, она работает, наша компания. И мы уже знаем, то есть наше руководство, наши специалисты уже знают, что будет модно через год. А мы знаем? Мы не знаем, поэтому мы идем и доверяем этой компании, потому что компания нам скажет именно то, что модно. Именно то, что везде будет модно, на всех телеканалах, на всех бигбордах, во всех магазинах, а у нас это уже все есть. Поэтому это то, чем наша компания отличается от других. И это нужно учитывать.
наша, ну, это по продукции, да, каждые 4 секунды продается наша тушь 5 в одном. Это говорит о чем? О том, что наша продукция востребована. Компания делает то, что людям надо. Wellness продается каждые 5 секунд, тушь продается каждые 4 секунды, помады, ароматы, все. Это все идет, это все востребовано. И это именно тот продукт, когда вам, вот вы когда переписываетесь, когда вы переписываетесь, и вам говорят, лишь бы не косметику вы предлагали, радуйтесь, что не все люди еще хотят работать с косметикой, да, вам больше будет. Потому что если все сейчас придут работать с косметикой, тогда, естественно, вам места мало будет, да. Поэтому, когда есть отказы, это хорошо, нам больше будет, потому что этот же человек все равно придет и когда-то возьмет какое-то себе средство или для здоровья, или какое-то средство по декоративной косметике. Понимаете, о чем? Многие говорят, лишь бы не косметика. Косметика – это то, что больше всего развивается в мире. Это самый уникальный продукт, с которым можно строить бизнес, на котором можно сделать свой бизнес. И у нас классный, качественный продукт, который нужен всем. Всем людям, поэтому думайте, да, что вам выбирать, да, какую компанию, то есть какую работу, с каким продуктом работать или с какой услугой, да. Наша задача делать людей красивее, здоровее, богаче, и плюс у нас есть супер классный качественный продукт. Что еще нужно брать и делать? Не, ну колбасу, конечно. Колбаса скоро, ну, я так думаю, колбасы скоро не будет. И те люди, которые работают в колбасе, они придут работать в косметику. Потому что колбаса это уже не актуально. Напишите, раньше колбаса это был, ну, это был деликатес на столе. Сейчас колбасу никто не покупает, потому что это уже не полезно, это уже не в тренде. Поэтому все меняется. И нужно быть в той компании, которая знает, что будет через время. Поэтому дальше компания предлагает сообщество. И вот, что такое сообщество? Сообщество – это мы с вами, да, вот в нашей команде, в нашей сообществе это не просто, да, что вот собрались вместе где-то там погуляли, нет. Вот мы с вами сообщество с помощью интернета, мы вместе общаемся, мы вместе находимся в чатах, мы вместе делимся какими-то опытами, фишками, разработками, там, ну, какими-то своими там методами работы, да. То есть вот мы сообщество, которое, люди в этом сообществе, объединены общей идеей, да, то есть общей целью быть здоровыми, красивыми, успешными, путешествовать, да, вот это вот мы сообщество. И наша компания, ну, то есть понимаете, что такое сообщество, да, вот, например, что модно, да, вот какие-то там фэшн, там выступления, да, это модно, люди собираются на что-то где-то смотреть, люди общаются там в этом кругу, да, и это то, что сейчас не хватает. Людям не хватает общения, не хватает. А мы это общение создаем. Напишите в чате. Вот я когда сидела в декрете, у меня самое главное сообщество, это было актеры сериалов. И, ну, я только с ними не общалась, я просто только смотрела и все. Но я уже забывала, как разговаривать, потому что, реально просто деградируешь в декрете, да? А тут мы постоянно с вами общаемся, мы постоянно с вами что-то делаем, куда-то едем, куда-то спешим, что-то изучаем, и это классно. Вот это вот мы сообщество с вами. И эта компания нам дает, да, у нас есть wellness-сообщество, у нас есть по продукции, у нас есть по уходу за лицом, у нас есть банкеты, у нас есть конференции, и это то, где компания нас собирает, да? Вот есть такие сообщества, да, в каждом городе, кто-то где-то собирается там устроить какие-то там, бьюти-вечеринки, да, ну, то есть это все по-разному, то есть и вот эти вот, кто-то вживую по wellness собирается, да, у нас есть сообщество онлайн, кто может делать себе сообщество офлайн, у нас в Кременчуге есть офис, где мы делаем себе уже какие-то развлечения и офлайн, да, но если даже вы не в нашем городе и у вас нету партнера или спонсора в вашем городе, то вы всегда знаете, что вы можете поехать куда-то на банкет, куда-то на какой-то отдых от компании, форумы, квартальные форумы. Это мы просто собираемся в одном месте, где нам весело, где нам классно, где мы просто общаемся, дружим, фотографируемся, радуемся, красимся, одеваемся, пьем шампанское, отдыхаем. То есть это интересно. Вам на работе такого не устроят. Поэтому тут у нас еще такое, да, то есть это общение. Это то, что сейчас не хватает. Есть вот такие разные общения, это то, что наша компания тоже предлагает. И третий блок нашей компании, да, это
Ух ты ж-ка. Я скоро проведу фитнес-конвенцию и там расскажу про wellness. Аня, супер. И это твой успех. Наша компания предлагает не только продукт, не только да, от нам общение, но еще предлагает стать успешными, да, стать независимыми предпринимателями. И вот именно сейчас я более подробно остановлюсь именно почему, да, почему стоит строить бизнес в прямых продажах. Вот есть один миллиардер, да, это Уоррен Баффет. Ему 87 лет, он один из самых успешных инвесторов в мире. И он говорит про сетевой бизнес, про бизнес с прямыми продажами. Это самая лучшая инвестиция, которую я когда-либо делал. Наша инвестиция – это наше время. Наше время, мы инвестируем сюда время. И понимаете, мы можем стать еще и богатыми из-за того, что мы инвестируем время. Мы инвестируем время в людей, мы инвестируем время, делая других людей успешными. И, естественно, это приносит доход. И вот это говорит вам самый-самый богатый человек мира, да? Что такое мировая индустрия прямых продаж? Вот просто когда, вот почему вам возражают, почему вам говорят, Oriflame это, ну там, это не серьезно, потому что вы еще не знаете на самом деле, насколько это серьезно. Вот посмотрите, что такое мировая индустрия прямых продаж. Это сколько, это какая цифра? Я хочу прочитать, но я уже потерялась. 184 миллиарда. Продажах, ну это в продукте, да, и 103 миллиона представителей таких компаний, вы понимаете? Ну вы понимаете, мы не одни, нас очень много, миллионы, и в этом бизнесе, в этом товаре крутятся миллиарды денег, и это миллиардные товарообороты, и вы понимаете, что вы сможете здесь преуспеть. Потому что всем людям везде нужен этот продукт. Вы понимаете, что вы можете здесь сделать свой бизнес? Потому что уже очень много людей в этом бизнесе. Это очень сильно развивается. И ну, чем дальше, тем больше. Потому что и тем более у нас круто с вами, потому что мы еще это все совмещаем с интернетом. И мы этот бизнес развиваем через интернет. Это круто. Потому что мы это уже умеем, и мы можем вас научить. Вам не нужно идти куда-то учиться 5-7 лет на какую-то новую профессию. Вы можете за месяц, два, три разобраться в этой профессии и стать здесь успешным, стать здесь профессионалом. Это факты. Посмотрите, какие есть компании прямых продаж. Да? То есть это компании прямых продаж, которые что-то продают, да? Что-то изготавливают, то, что нужно людям. Да? И вот посмотрите. Косметика, средства гигиены на первом месте. Wellness на втором. Дальше идут хозтовары. Вот многие у меня спрашивают, ну и не только у меня, вообще у компании, когда будут же продаваться порошки? Порошки не так востребованы. Порошки не так востребованы в прямых продажах, как wellness и косметика. Одежда. Одежда еще вообще не востребована. Игрушки, книги, химия, финансовые услуги, продукты питания. Это еще ничего не работает. Работает косметика и wellness. Понимаете, в какой мы компании? Это то, что выгоднее всего, с чем работать, с каким продуктом работать. И когда мне говорят, что ну, только не косметика, ну я просто думаю, потому что ну, я просто понимаю, что человек так говорит, потому что он не знает. Он не знает. А наша задача рассказать, качественно как-то рассказать, да? Это то, чем мы гордимся. И есть у нас план успеха, да? Какие же возможности нам дает компания? Это деньги, это признание, это рост и это путешествие. Что такое план успеха? Что такое план успеха, друзья? Это ваша карьерная лестница, это ваша карьера. Вы пришли, начали с нуля, но через полгода, год, два, три вы можете иметь подарки, конференции, выплаты, премии, свободный график, ЧП, вы это все можете. Но только дайте себе не месяц. Мне очень нравится, когда человек приходит и через месяц говорит, у меня не получилось. Как-то ты еще не пробовал.
как можно не получилось. Тебе карьеру предлагают построить. Если ты учился, если ты хочешь быть успешным в банке, тебе нужно 9 лет отучиться, получить 2 высших образования, потом еще 10 лет отработать в банке, чтобы ты потом стал бухгалтером или исполняющим обязанности директора. Это 20 лет на это уйдет. Здесь за 20 лет вы можете стать миллионером уже. Понимаете? Дайте себе не месяц, не пробуйте здесь, а просто возьмите, поставьте цель, я буду здесь успешным, я буду здесь директором, я стану все-таки частным предпринимателем. Я покажу себе в первую очередь, да, покажу окружающим, что это возможно. И я именно с этой компанией стану успешным. Да? Какие доходы предлагает компания? Напишите в чате, кто сколько хочет зарабатывать. Напишите в чате, кто сколько хочет зарабатывать. Но мы ж не просто так говорим, друзья. Вы просто, ну, вот мне тоже нравится, когда мне муж запретил, или мне мама запретила, или я лучше пойду на... Ну, вот, ну, вы просто видите, вот просто поверьте в то, что вам говорят, да? Вот сижу я, реальный, обыкновенный человек. Сидит еще 114 человек в комнате. Рассказываем официальный маркетинг-план компании, показываем свои результаты. Я работала 16 лет стажа, у меня на разных работах. И в банке, и в магазинах, в супермаркетах, на рынках, в кафе, администратором. Но этим всем я работала. Я работала руководителем духового оркестра. Но вот у меня там было за плечами там 10 специальностей, да? Но стала успешна я здесь. Я жалею, что мне в 16 лет не предложили это. Единственное. Потому что я за 3 года здесь сделала состояние. С нуля уже доход. На уровне золотого директора сейчас, да, доход 15 тысяч гривен. С нуля. За три года выйти на такой доход. Или я работала 15 лет, но у меня доход всегда был 3 тысячи, 5 тысяч, меньше, больше. Бывало там периоды работу искала, да, там вообще ничего не зарабатывала. А здесь пришли, увидели, что здесь есть деньги и дали себе просто время и делаем. Делаем каждый день, и тогда у вас будут эти доходы. Вот вы пишете, сколько хотите зарабатывать, да, 50 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, 100 тысяч, 3 тысячи долларов. Вы понимаете, что... А теперь напишите, сколько вы сейчас зарабатываете. Если человек сейчас зарабатывает 2000 гривен, а пишет, что хочу зарабатывать 20, вы понимаете, как вы должны профессионально измениться? Потому что вы сейчас зарабатываете 2, или 3, или 5, а хотите 50, это в 10 раз больше, то просто станьте здесь профессионалом. Вам, как мамочке, платят 860, да? Но вы как мамочка, это профессия для всех, да? То есть мамочка, да? Вам платят сейчас 860 гривен. Вы хотите стать тут директором? Вот месяц прошел, я еще не стал. Значит, что-то у вас еще не так, значит, вы мало еще сделали, значит, вы мало еще научились, значит, вы мало еще, и наша задача, помогая другим, мы будем зарабатывать сами. Вы посмотрите просто вокруг, вот, посмотрите вокруг в этом бизнесе, у вас есть уже партнеры, сколько партнеров и сколько они у вас зарабатывают. Чем больше партнеры у вас начнут зарабатывать, тем больше будете зарабатывать вы. Но только вам нужно помочь этому партнеру. А то как у нас происходит? Я пригласил человека, пускай сам разбирается. Не может он сам разобраться. Вас научили, научите вы теперь своего человека. Поэтому тут вы будете зарабатывать, да, но только вам нужно немножечко наработать свои профессиональные навыки, наработать качества свои лидерские какие-то, да. Мы учим, но мало кто заходит на обучение, да. То есть пришел, я хочу тут бизнес, я хочу 20, 30, 40 тысяч, да. Но мало кто заходит на обучение, обучения идут каждый день. Обучения идут в чате, обучение есть на ютубе, обучение есть везде в интернете, но... Мало кто берет, открывает этот интернет и начинает искать. Начинайте искать эту информацию, ну, даже ее искать не надо, вам ее вот даем сейчас. Самое главное зайти сюда раз в день, зайти, послушать и начать это применять. И вот тогда будут у вас такие доходы, но не за полгода. Такие доходы будут не за полгода, но они будут. Через 3-5 лет они будут. У меня есть такие доходы через 3 года. На уровне сапфирового директора у вас будут доходы 30 тысяч гривен. Хорошие доходы,
проработав 4-5 лет, выйти на такие доходы. Вот я работала на 15 работах, но я не знаю, где я могла бы зарабатывать 30 тысяч гривен. Нигде. Поймите, на наемной работе вы не будете зарабатывать много. Будете зарабатывать много, когда будет у вас свой бизнес. И если есть капиталовложение, это классно, что вы развиваете свой бизнес. Но у многих же нету капиталовложения. Тогда возьмите эту вот систему работы и берите, действуйте. И тогда у вас получится здесь создавать свой успех и создавать свой источник дохода. На уровне бриллиантового директора вы будете зарабатывать 60 тысяч гривен. Это классный доход, да? И меня спрашивают: Ира, а сколько ты работаешь в день? Да мне все равно, я готова 24 часа в сутки здесь работать. Я работаю дома, муж вот рядом, сын сейчас пойдем с школы заберем. Мне все равно, я буду работать здесь и 24 часа в сутки. Но я знаю, что я сейчас работаю. Но потом у меня есть доход за это. И я могу вместе со своей семьей находиться, я могу вместе со своей семьей путешествовать. Да, я буду работать много, я молодая, энергичная. А почему мне не работать? Все люди работают по 40 лет. По 40 лет, по 60, моя мама 47 работает, но она не заработала состояние. Поэтому, ребята, берите, выделяйте время здесь, на работу. Потому что просто так прийти час-два, да, мы предлагаем час-два, пока вы в декрете, пока у вас ребенок 2 часа в день спит, разбирайтесь, учитесь, начинайте делать, приглашать. У вас есть эти классные 2 часа времени. Вы сейчас в декрете их вложили, потом... Вы сейчас в декрете их вложили, потом вы из декрета не выходите, потому что у вас есть доход, и вы дальше развиваетесь. И вы дальше работаете в свое удовольствие с этой классной командой. Следующее, что компания предлагает, это путешествие. Это путешествие. Ребята, вот многие говорят, так путешествуют те, кто первый пришел. Ребята, компания в мире 50 лет, в Украине 20 лет. Я пришла в компанию 4 года назад, ну 5. Зарегистрировалась 5, 2 года я разбиралась, 3 года активно работаю. 2 года назад я начала путешествовать. За 2 года у меня за плечами 5 стран. За 30 лет моей жизни я нигде не была. За 2 года здесь, я увидела здесь перспективы. За 2 года здесь, когда я начала путешествовать, у меня за плечами уже 5 стран. Это работает или не работает? Или зарабатывает и путешествует тот, кто первый пришел? Тот, кто работает, тот зарабатывает. Не нужно жаловаться, нужно работать, нужно идти вперед, нужно просто делать каждый день эти действия. Вот, пишет, 2-4 часа выделить реально. Я когда была в декрете, я 8 часов смотрела сериалы. Пока не было у меня бизнеса, я по 8 часов в день смотрела сериалы. И когда мне мамочки сейчас говорят, у меня нету 2 часа, извините, значит, у вас нету еще цели. Значит, вас все устраивает. Значит, вам хочется просто быть нянькой возле ребенка и все, а не дать ему что-то большее. Вот, Леша пишет, работаю 5-6 часов. Класс! Так дело в том, что у кого меньше времени, тот больше работает. И тот больше получает результатов. Чем больше у вас времени, чем больше у вас зона комфорта, тем больше вам ничего не хочется делать. Путешествия. Какие компании делают путешествия? Напишите в чате, девчонки, кто у нас был уже на путешествиях. У нас уже мы были в Египте, мы были в Анталии, мы были в Майами и на круизном лайнере. Путешествия начинаются с уровня менеджера. Вы организовали товарооборот на 30 тысяч гривен. Это 10 человек, которые купили по 1000. И вас компания отвозит на заграничное путешествие. Это, ну, это возможности, которые, я не знаю, за что нам вообще компания дает такие возможности. А многие еще говорят, да это нереально, да, эта компания, ну, там, не выполняет или еще что-то. Условия реальные, условия очень реальные. Я когда, ну, я на всех этих конференциях, на всех этих встречах, когда мы проходим от компании, я просто в шоке, как компания ценит людей, и это очень важно. Это важно, что вас ценят. Ценят вас как человека. Рита, ну не смеши, в Болгарии было классно. Вот, и путешествие компания меняется. Вот многие говорят, да, я был 10 лет назад, и что было тогда? Сейчас все изменилось. За 3 года у нас, вот 3 года назад появились путешествия для начинающих менеджеров. И это классно.
Потому что раньше не было. Ну, компания же идет в ногу со временем. Компания видит, что нужно людям. Компания, вы видите, что сейчас тоже модные тренды – это путешествия. Вы посмотрите, раньше не сколько людей путешествовало, сколько путешествует сейчас. Посмотрите, сколько знакомых в окружении у вас уже были там, 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 там. Но они зарабатывали на эти путешествия. И это модно сейчас, потому что все куда-то едут. Уже отдыхать в Украине уже не так интересно, да? Кто-то везде хочет куда-то ездить. Это модно, это в тренде, и люди к этому идут. Но наша компания поняла потребность людей. Вот, вам, пожалуйста, бесплатное путешествие просто за вашу работу. Естественно, хочется работать и хочется действовать. Мне многие говорят: ой, так это вас мотивирует. Так хорошо, ну я согласна, пускай мотивирует, я буду делать, потому что меня мотивируют, потому что хотят, чтобы я увидела лучше в жизни. И поэтому я это делаю. Да, мотивируют, нас классно мотивируют, нас стимулируют, нам стимул дают, ради которого хочется идти. Сейчас у людей стимул – это деньги, зарплата, да? А тут много стимулов. Тут хочется просто каждый день что-то много нового делать, потому что тут каждый день новый стимул. Сейчас часы, сумки, кошельки, потом идут путешествия, потом идут денежные премии, потом идут машины и так дальше. Какие золотые конференции? Наши конференции в мире первые места занимают. Хотя у всех компаний есть конференции. Есть конференции Джерри Лия, Эйвон, Фаберлик, у всех. Но вы просто спросите количество людей, которые были на конференциях, в других компаниях. Просто поспрашивайте. Количество людей. У нас на последней золотой конференции было 6 тысяч участников со всего мира. Найдите мне и просто покажите ту компанию, которая повезла на лайнер по трем странам отдохнуть 6 тысяч людей. Вот, Богдана пишет. А вот были лайнеры уже не раз. А были, и в Париже, ну то есть разные золотые конференции. А бриллиантовые какие конференции, я вам ролики показала, да. Это Япония, это Австралия, куда еще человеческая нога не ступала, да. Ну а у нас это есть. Компания будет нас мотивировать, потому что она знает, если нам хочется, мы делаем много. Если нам не хочется, мы не делаем ничего. И все. Поэтому, друзья, ну делайте выводы, да. Признание. И вас за самые маленькие признания будут чествовать везде. Изначально начинаем на вебинарах, потом начинаем на квартальных форумах, потом на банкетах менеджеров, потом на банкетах директоров, потом на сценах в разных странах. Я в этом году была на сцене в Афинах. Нас чествовали там с нашими достижениями. Это классно, когда ты сделал этот вклад, и компания тебя награждает, чествует и ценит. Поэтому я вам просто об этом еще раз напоминаю, потому что многие, работая, или новичок, который еще не знает, ему говорят, там, сделай то-то, посмотри видео, когда деньги будут? Будут деньги, разберитесь в том, что делать. Мы разобрались уже, я тоже точно так же, мамочка в декрете с новичка начинала. Может, было как-то трудно, может, что-то там не получалось, сразу не будет получаться. Ну, так подождите, может быть, у кого-то лучше получается, у кого-то хуже получается. Просто не ищите отмазок, ищите возможность сделать то или иное, да, действие в этом бизнесе. И вот почему же стоит бизнес строить именно с компанией Oriflame, я, в принципе, уже сказала, да, но есть еще факты, которые отличают нас от других. 20 лет мы находимся в Украине, 50 лет мы находимся в мире. Все начиналось с мечты этих двух человек, да, этих двух братьев, которые знают меня, да, я вот самый маленький человек в Украине, да, но они со мной здоровались, обнимали, целовали за то, что я какой-то вклад вложила в компанию. Это классно. Это они знают. Многое знают, они во всех странах бывают, они старенькие уже, они уже очень, заслужили уже и полежать, отдохнуть, но нет, они ради того, чтобы почествовать, пожать вам руку, они едут в разные страны, они приезжают всей семьей, на лайнере была вся семья их, вся родина с 35 человек, они не просто, да, создали это все, чтобы им деньги приносило. У них уже больше, у них, у них,
уже просто вот такой вот азарт, чтобы еще больше людей зарабатывало. И понимаете, они будут влаживать в вас эти деньги, если вы тут будете делать, да? Что такое Oriflame сегодня, еще раз повторяем. Да, мы не просто компания, мы компания-миссионера, мы миссию выполняем, да, помогая другим становиться успешнее, да. Это номер один европейская косметическая компания прямых продаж. В Украине за этот год, компания номер один по всем статистикам. Вы возьмите, если кто-то не верит, да, возьмите и найдите рейтинги по росту компаний в нашей стране за этот год. Компания номер один. Компания показала, что мы лучшие. Более 60 стран сотрудничает. Более 1000 наименований товаров в 6 категориях. 400 новинок каждый год. Для того, чтобы нам не скучно было покупать с этого каталога, да, потому что многие Oriflame, ой, что тут покупать, одно и то же. 400 новинок каждый год. 400. Да вы пришли в том году, вы забыли уже, что было в каталоге, потому что у вас этого ассортимента нету, потому что уже поменялось. Уже упаковки гели меняются, упаковки мыла, упаковки ухода, упаковки wellness, все меняется, чтобы вам не скучно было. Потому что, ну, для того, чтобы мотивировать нас, да? Более 1,5 миллиарда евро продаж в 2016 году. Ни одна компания насколько не покупает, да? Ни в одной компании насколько не пользуется продуктом, как в нашей. И если вам говорят, что, да, ну, Oriflame, это неинтересно. Вы для себя понимаете, что это интересно. Значит, это человеку неинтересно. Но пусть вас не сбивает с того, что это самая лучшая компания в мире, в Украине сейчас. 3 миллиона консультантов, сейчас уже больше, присоединяются люди. Это хорошо, потому что каждый... ну, Маш, ну не задумается кожна людина, но мы же, ну, компания Oriflame для всех, но не все для Oriflame, мы знаем это. Нам не нужно, чтобы все были, нам нужно, чтобы были такие, как мы. Ну, не все же люди одинаковые, нам нужно, чтобы тут были такие, как мы. 4 собственные фабрики. Центры исследования кожи, да, вот центр разработок в Дублине, институт исследования кожи в Стокгольме. Около 6000 сотрудников, которые работают для того, чтобы мы тут получали доход, удовольствие, подарки. Это сотрудники, которые пришли на работу и работают с утра до вечера. Они работают, чтобы нам было хорошо. Поэтому думайте, да? Ну, конечно же, качество. Почему меняется качество? Вот многие говорят, да я был 10 лет назад, качество вообще ужасное. Так 10 лет прошло, компания обогатилась уже, компания новые разработки, новые ингредиенты делает. Понятно, что качество улучшается. Все больше людей приходят, берут. Если бы это качество было плохое, люди бы не брали, люди бы не присоединялись, и мы не были бы номер один в Украине. А мы скоро будем номер один в мире. У компании есть ценности, и ценности это не просто деньги, здесь ценности единство, страсть, дух. Единство это наша единая цель, да, это страсть, что мы со страстью это делаем. Ну, я это делаю со страстью, мне хочется рассказывать, у меня всегда горят глаза, мне хочется тут работать, меня не в напряг, я это делаю со страстью. Ну, просто вспомните, когда, ну, тоже как пример, ну, когда вы, ну, там, влюбились в человека, какое ваше состояние, вот, найдите это состояние здесь. Ну и наш дух. Ну мы прям, когда мы вот, ну вот, мы вот на пролом. Бабочки в животе, да. Это наши ценности. И наша компания из Швеции. Швеция одна из богатых стран. Швеция одна из честных, самых честных стран. В Швеции нету обмана, да. Наши люди, вот смотрите, наши люди в Украине загнаны в тупик, потому что нас сколько раз уже обманывали. Обманывало государство, обманывали работодатели, обманывали друзья, и везде коррупция, да, кто-то, но, и поэтому мы не верим ни во что. Поэтому наши люди ни во что не верят, поэтому наша задача все равно рассказывать, что мы не, но мы не те люди, у нас другой менталитет. И у шведских людей другой менталитет. Поэтому мы становимся тут такими, да. Вот наш бренд. Доступный, да? Ну вот, доступный, ну, по всем критериям, да, доступный. Доступность для многих. Хорошее качество по хорошей цене.
натуральный, потому что экологичный. Экологичный, мы гордимся тем, что наша, и я громче говорю, и я, когда начинаю говорить про компанию, я начинаю громко говорить, я хочу, чтобы меня слышали, наверное. Вот натуральный наш бренд, да, почему? Потому что он с натуральных ингредиентов. Наша компания не тестирует на животных, это тоже наше большое преимущество. В каком году? В каком-то году, в 80-м или каком-то году, было принято решение не тестировать продукцию на животных. Наша компания гордилась тем, что она изначально со своего основания не тестировала продукцию на животных. И это наше достижение, да? Прогрессивный, мы прогрессируем. У нас прогрессивные научные разработки, постоянное совершенствование, прогресс, креативность и надежный. Да, надежный, потому что уже сколько много людей уже начало улучшать качество своей жизни. Поэтому это наше преимущество, это наш бренд. И у компании цель, то есть вы сейчас сами знаете, как отзываются про компанию, да? Многие, вы когда переписываетесь или разговариваете, многие вам говорят, да ну фу, Oriflame, да еще что-то. Да. У компании другая цель. Компания сейчас делает компанию такую, и мы с вами делаем компанию такую, чтобы когда мы напишем кому-то или когда на улице спросим у кого-то, что такое компания Oriflame, то чтобы люди отзывались, это шведский эксперт по красоте как образу жизни. Потому что компании это сейчас девиз, красота как образ жизни. И компания делает все возможное для этого, да, чтобы в разных аспектах, да, наших акцентах мы были лучшие, чтобы мы были шведским экспертом. Поэтому это наша цель, да, и цель быть в 2020 году номер один. И Катрин с Афониным Виктором выступали, они говорили, но Катрин работает в компании 20 лет. Она говорила, я знаю, как развивается и что сейчас время то, когда компания идет на новый уровень. И в Украине это тоже выходит на новый уровень. Поэтому она верит в то, что мы будем в 2020 году номер один. И она дает нам эту уверенность, потому что они тоже там просчеты делают и так дальше. Поэтому наша задача делать, верить и делать. У компании вот какие девизы, да, зарабатывай сегодня, да, можно вот начать зарабатывать с помощью каталога, не стесняться этого, многие, я не хочу продавать, не продавай, мы не продаем, я не продаю, я просто накрасилась, человек увидел, а что у тебя за стрелки, чем накрашены, да, ну вот, хочешь, закажу, есть по скидке, а чем, а какой тушью пользуешься, а какой помадой, классный цвет помады, а как ты вот такая энергичная, так у меня wellness есть, да, и так дальше. Поэтому мы рекомендуем, мы не продаем, мы рекомендуем. И ну, это то, что можно уже начать сейчас зарабатывать. Но, а если мы работаем, да, то мы начнем воплощать свои более большие мечты уже завтра. Это девиз для лидеров. Ну, вам решать, где вы будете, да, вы будете консультантом, менеджером, лидером, вы будете где-то в другом месте работать. Это вам решать. Мы даем вам преимущества, да, какие у нас есть. И время действовать именно сейчас. То есть я сейчас, я, конечно, давно уже эти слова понимаю, но хочется сказать, именно сейчас. Потому что, именно сейчас. Вот сколько было акций, сколько было всяких разных вот моментов, да, которые помогли сейчас улучшить, да, каждому какое-то свое положение. И сейчас мы немножечко с вами вот именно рассмотрим то, как сработала наша команда за прошлый каталог. Я всех поздравляю с началом каталога 16. Это предпоследний новогодний каталог, первый передновогодний каталог, да, но и предпоследний каталог в году. Это будет классный каталог, мы с вами посмотрим презентацию, да, но я также приглашаю вас 22 ноября посмотреть на новые уровни, которые будем поздравлять. На таких презентациях вы увидите, сколько новых людей зарабатывать с нашей командой. С нашим проектом, интернет-проектом, если одни зарабатывают, это не один человек, это многие люди уже зарабатывают, значит, можете и вы. Поэтому я всех приглашаю, напоминайте себе и заходите на обучение.
пользуйтесь Телеграмом. У нас есть Телеграм, здесь всегда актуальная информация. Не пропустите ничего, добавляйтесь в чат и напишите, у кого нету еще Телеграма, срочно создавайте. Сразу же постучитесь спонсору в личку. Спонсор, ты мне не дал еще Телеграм. Давай, я создам Телеграм, там очень много каналов. Дает информацию от компании, есть каналы. По велнесу есть каналы, по обучению есть каналы. У нас по продукции есть каналы уже, где больше, чем 1000 участников. И это все, где можно найти информацию. Вайбер это не так. В Телеграме это намного удобнее. Поэтому создавайте Телеграм. У нас в Телеграме есть очень много чатов, да, которые помогают вам в работе. И если вы находитесь в этом чате, вам не нужно его просто пролистать. Вам нужно почитать, а что же там было? Что сегодня произошло? Если даже вы вечером зашли в этот чат, посмотрите, почитайте. Ух ты ж, как класс. Да, что там я пропустил? О, интересно. И вступайте в эти каналы. У кого нету, посмотрите сейчас на слайде, кого на каком канале нету, сразу себе или в чате, или спонсору, или здесь пишите, я хочу в тот чат. Мы не можем знать за всех людей. Мы дали информацию, у нас инструкция одна. Посмотреть ВО, сделать заказ, посмотреть экскурс по сайту, добавиться в Телеграм, в каналы и так дальше. Но мы вам дали информацию, поэтому берите, добавляйтесь. Если не дошла до вас информация, напомните спонсору, мы тут об этом говорим. Нужно ли посещать вебинары? Вебинары – это вот, это нормальная система работы, которая работает у нас каждый день. Вы пришли, вы новичок, и вам нужно обучаться. Но вы можете уже с собой пригласить своего новичка, и вы вместе будете обучаться. Это уже удваивает ваши шансы стать успешным. А если вы сразу 3 новичка пригласите на это обучение, да, вы уже будете в 4 раза успешнее. Поэтому, ну, ваша задача ходить сюда, знать, что тут дают. Если вы не знаете, да, как вы будете приглашать своего новичка, а если новичок ваш не ходит, тогда реально он не обучается, он ничего не знает, и он не может здесь действовать. Поэтому я рекомендую вам все-таки начать посещать обучение более детально, да, вот какие будут у нас обучения, наш 16-й каталог, делятся разные лидеры, не ведет обучение один человек, ведут обучение разные люди, разные спикеры, с разными историями, разного пола, разных специальностей, разного возраста, для того, чтобы каждый человек увидел, что я смогу тоже. Вот Ира такая, когда мамочка в декрете, я тоже смогу. Если есть у нас мужчина, есть, ведут вебинары мужчины, тогда вы заходите на мужской вебинар и видите, ух ты ж, когда мужчины есть, и я смогу. Если это работающий человек, у нас тоже есть работающие люди, ведут вебинары. То есть заходите, да, но если он смог, и я смогу. Вот это обучение, которое мы даем, разные методы работы, разные методы фишки и так дальше. Этим всем делимся. И какие же инструменты роста у нас есть для роста на этот каталог? Каждый каталог что-то меняется. Если вы пришли в том каталоге, побыли на планерке, да, я все знаю уже. Но нет, еще не все вы знаете, потому что в этом каталоге немножечко новые уже инструменты появляются. Поэтому нужно всегда быть на связи, нужно всегда быть в тонусе, в теме, да. И смотрим, да, презентацию каталога мы с вами посмотрим на вечером сегодня в 19:00. Кто уже запланировал себе, напишите в чате. А кто не запланировал, напишите себе. У меня прописано, у меня график вебинаров, вот, я увидела график вебинаров, ну, то есть мы его составляем вместе. Вам скидываем, скинули график вебинаров, вы только что увидели график вебинаров, и сразу себе запишите, сразу, не отходя от кассы, все, сразу записали, вот такие вебинары, я зайду, я приглашу своего партнера, чтобы я быстрее тут двигался, потому что, ну, мне надоело сидеть на одном месте, или я новичок, я хочу сразу показать результаты, поэтому сразу себе запишите, да, сегодня нужно прийти, а новогодний каталог нужно разобрать, потому что это уникальнейший каталог с уникальнейшими предложениями, вы уже видели, сколько вчера размещено заказов, мы делимся своими скринами, что мы берем, по сколько мы берем. Многие говорят, это дорого. Мы вам показываем, что это недорого. Кому верить? Кому поверить? Я показала, что я беру заказ, в котором куча духов, сумок приходит в подарок, плюс еще куча скидок, плюс еще там мне кто-то что-то отдал. Я беру заказ, 10 продуктов, плачу 200 гривен. Где это дорого? Я вам показала на слайде, а вам сосед говорит, это дорого. Кому вы поверите? Идем дальше. Поэтому, чтобы знать, как использовать эти возможности, пожалуйста, заходите вот на самое первое и смотрим этот каталог. Смотрим аутлет. Аутлет – это дополнительные скидки для тех, кто говорит, это дорого. У нас бренд доступный, он доступный для каждого. Кто-то покупает уход за 1000 гривен, кто-то покупает за 2, а кто-то покупает за 100 гривен. И это правильно, это нормально.
Потому что мы все еще не сколько много зарабатываем, да. Я тоже, в принципе, изначально я, ну, и не пользовалась, пока научилась пользоваться, да. Сейчас я уже пользуюсь дорогим уходом. И я рада, что я к этому пришла. У нас есть вот классно, ну, для меня этот медальный зачет, я просто смотрю заказы новичков, когда человек делает в том каталоге 100 баллов, получает по акции воду одну, потом меняет еще за медальки воду вторую и получает набор по стартовой программе. Реально заказ на 150 гривен, а в нем 2 воды и 3 еще продукта акционных. Это, ну, это просто настолько интересно, настолько классно. Вы купили что-то, да, потом еще обменяли это на нужные продукты для себя или обменяли на туалетную воду и продали потом. Есть классное предложение, что, находясь в бизнес-классе, размещая от 100 баллов каждый каталог, у вас всегда будет 50% скидка. Я по 50% скидке всегда беру или wellness, или какие-то, может быть, аксессуары, сумки, да, дорогие. Но я это все беру по 50% скидке. То есть, если этот продукт 770 в каталоге, я его беру за 300. За 300. Разница есть? Дорого или дешево? Поэтому, ну, берем, думаем, да. Вот, у нас классная акция в 15-м каталоге запустилась. Это плюс 10% до ваших личных продаж. Если у вас 150 баллов, ну, то есть мы делаем всегда, стараемся 150, да? Если у вас больше, чем 150, вам насчитывается разница. То есть 200 баллов, например, и минус 150, за 50 баллов вам насчитывается 50 гривен. И вот мы посчитали, сколько наша команда получила дополнительного бонуса. Это премии вам за вашу работу. И нашей команде выплачено бонуса 4833 гривны. И эта программа будет действовать на протяжении года. Года. Кто-то получил дополнительных 100, кто-то 200, а кто-то 700 за свои личные баллы. За то, что у вас любят продукт, за то, что вы классно рекомендуете продукт. И это классная возможность. Разберитесь, что нужно сделать. Посмотрите, у кого насколько увеличился доход, да? Плюс к объемной скидке еще плюс 10% от ваших личных продаж. У меня плюс 50. Ну это тоже классно. Это на два, хотела сказать, киндер-сюрприза, да, на два киндер-сюрприза ребенку. Или там на 50 гривен. Это, ну, это на поход в кино ребенку. Вот мы были на выходных, ну, практически я их заработала за свои личные продажи, да, вот 50 гривен. Это все доход, это все деньги, не нужно разбрасываться. Многие говорят, да, если бы тут деньги сразу платили. Друзья, деньги платят сразу. Просто нужно взять их забрать. Туалетную воду дали, вы ее за 700 гривен продали или за 500. Все, у вас есть 500 наличными, вы можете пойти ребенку накупить какой-то вкусной полезной еды. Нужно все считать, все просчитывать. И каждые 50 гривен это тоже доход. На работе просто так вам начальничек не даст 50 гривен сверху. Еще и заберет у вас. Вот, в том каталоге была акция на воду. Я поражаюсь, очень много новичков, которые говорят, я не хочу воды. Ну, там, или я не пользуюсь. Вы взяли, продали, подарили, у вас уже есть доход. Как можно не использовать эту возможность? У меня нету заказа. Ну, просто не показал. Значит, не показал каталог. Значит, не предложил родным. 100 баллов. Что такое 100 баллов? Что такое 100 баллов? Напишите. Вы пользуетесь этими продуктами ежедневно или нет? Друзья, вот те, кто еще новичок с прошлого каталога, возьмите, внимательно посмотрите каталог, выберите то, что вам нужно, и вы за 21 день вы еще можете закрыть 100 баллов, получить воду в подарок. Вы получаете воду в подарок, это ваш уже сразу доход. Это доход. Вода парфюмированная, это доход. Продайте потом. Вот, я не люблю продавать. Да блин, ребенку нужно что-то купить, но ты не любишь продавать, у тебя есть шаровая вода бесплатно. Но ты не любишь продавать. Ребенок хочет какую-то там вкусняшку, какой-то фрукт, но ты не хочешь покупать, не хочешь продать воду, которая есть уже в корзине у тебя. Потому что ты не заказал здесь, а пошел купил в другом магазине еще дороже. Используйте эти возможности. А если я не буду пользоваться здесь, не пользуйся, тогда не будешь зарабатывать. Пользоваться надо. Рекомендовать в своем окружении надо. И вы, когда приглашаете людей на эти возможности, вы тоже говорите, пользоваться надо и приглашать, и рекомендовать другим продукт надо. Без этого никак.
100 гривен, это 1000 гривен, легко делать такой заказ. Это просто семья. Папа, мама, свекруха, родители мужа и ваша семья. Все, по 300 гривен каждый покупает. По 300 гривен каждый покупает. В семье каждый покупает. Если покупаете на 200 в месяц, тогда найдите еще четвертую семью. Если покупаете на 100 гривен в месяц, тогда найдите еще пятую семью. И от 5 семьям просто показывайте предложение каталога. Не нужно весь каталог показывать. Просто сейчас возьмите и покажите то, что стоит румяна 160 гривен. А лучше скажите 200. Румяна по 200 гривен покупают. Продайте 5 румян, вы заработаете сразу 250 гривен. Пройдете первый шаг, заработаете воду, заработаете набор по стартовой программе, еще обменяете медальки. Вот, продайте 5 румян, но не продайте, просто порекомендуйте. Это все делать очень легко. Вот, купил себе что надо, получил еще в подарок. Ты все равно это пойдешь, если тебе сейчас не надо. Очень многие говорят, да я посмотрела, у меня ничего не надо вроде бы, все есть. Так ты же через 2 дня пойдешь покупать, потому что через 2 дня закончится. Зубная паста, она заканчивается регулярно. Шампунь заканчивается регулярно. Вот мне ничего не надо. Ну, я не знаю. Но есть люди, которые не покупают по 4 каталога, да, потому что ничего не надо. Как может быть ничего не надо? Я не понимаю. Мне все надо. С этого каталога мне надо все. Вот. Это все, что мы получаем, да, заказ на 1000 гривен, получаем воду, получаем возможность участвовать в стартовой программе. Но про стартовую программу, вот я немножечко остановлюсь, что это такое, да, это выгода до 5000 гривен, и можно получить все эти подарки. У нас есть видео про стартовую программу, смотрите, получайте. Да, может быть, многие отказываются от первого шага, отказывайтесь, но так получите 4-й шаг в подарок. Там 2 воды и крем, это выгоды уже 1500 гривен, как минимум. Так, это я не буду уже, как оно все, да. Участвуя во всех акциях и предложениях, можно получать много подарков. А это сразу уже как дополнительная выгода, дополнительный доход. Поэтому, не отказывайтесь. Многие используют эти возможности. Также напоминаю про акцию для запрошивающих спонсоров. Я останавливаться не буду, вы знаете. Умовы для людей, которые проходите, кто еще получит часы в подарок. С нашей команды много людей. Мы озвучим этих людей на следующий каталог. Ну, это реально крутая возможность. Просто еще часы. Ну, это класс. И дальше мы переходим уже к тем людям, да, ну, к той возможности, да, зарабатывать в компании, да, но чтобы зарабатывать, нужно еще приглашать других людей. И вот сейчас мы дошли уже до лучшего рекрутера. Лучший рекрутер это кто? Это кто больше зарегистрировал людей, кто большему количеству людей рассказал о этих возможностях. Это лучший спонсор. И вот посмотрите на эти результаты. Елена Галян, 32 регистрации. 32 регистрации – это 2 регистрации в день. Есть люди, которые делают 2 регистрации в каталог. Есть люди, которые делают 2 регистрации в месяц. Есть люди, которые делают 2 регистрации в год. Лена делает 2 регистрации в день. Она растет, она помогает своим людям расти, они будут вместе путешествовать и так дальше. Поэтому, если Лена это сделала, Оля Подлесная наступает на пятки, тоже это делает. 31 регистрация в день. Юля Казачок – мамочка молодая, с маленьким сыночком, в Киеве, муж на работе, готовить, убирать, но 22 регистрации она смогла сделать. Это больше, чем регистрация в день. Но это нормальный результат. И Юля Казачок получает вот такой вот бонус от спонсора, да, то есть бонус 200 гривен. Тут не написала, но бонус 200 гривен, да? Ну, потому что лучших нужно поощрять. Потому что, этот человек старался, и все мы учимся у нашей компании. Компания всегда очень большое внимание определяет тем, кто очень сильно старается, да? Так само и мы. Я сделала 19 регистраций, при том, что реально я только эту планерку делала сегодня с 8 утра и до 13.00. 5 часов я делала планерку, то есть многие спрашивают, сколько ты работаешь. Я только 5 часов делала сегодня планерку, вот эту всю, которую я для вас рассказываю.
Но при этом всем я еще веду все обучения, все графики вебинаров, везде приглашаю команду на разные мероприятия, ведем чаты, сопровождаем партнеров, сопровождаем директоров, но я успела сделать еще 19 регистраций. Данилюк Настя – это человек, который с двумя детками, муж на работе, всегда занята, всегда чем-то занята, да, потому что двое детей – это всегда есть что делать. Но она умудрилась и сделала 17 регистраций. Поэтому она получает бонус 200 гривен от спонсора за то, что и теперь может за эти денежки тоже купить что-то своему ребеночку, да, одному и второму. Дальше у нас есть очень шикарные регистрации. Маша, 15 регистраций, это уже четвертый каталог показывает такие результаты. Вита Швец, это директор, да, ну вот тоже взяла и сделала. Шабеля Ноля, тоже молодая мамочка, одного ребеночка с Киева, да, 14 регистраций. Савляк Наташа, директор, при том, что куча партнеров обучает, помогает, сопровождает. Двое детей, мама, муж, все на работе, все, ну, то есть, ну, все успевает, делает 13 регистраций. Кривобедрый Алексей, это молодой студент, который учится. Вот многие говорят, да, я учусь, у меня нет времени. Алексей так не скажет. Алексей берет и делает 12 регистраций в каталог. Лисогора Таня с двумя детками, пожалуйста, делает 12 регистраций. Кудрикина с двумя детками делает 12 регистраций. Люда Роленко работает на работе, делает 10 регистраций. Ференцира, тоже мамочка в декрете, делает 10 регистраций. И Баклажова Кристина, и на работе, и мамочка маленького сыночка тоже делает 10 регистраций. Ивахев Светлана, Лысюк Богдана, мамочки в декрете. Да, делаем. Делаем, вы посмотрите, сколько людей делает. Саша Мороз, парень, делает. А что? Он не хочет отставать от молодых мамочек, да? Он спешит и догоняет уже этот, хочет бонус лучшему рекрутеру. Да, Саш? Ну, а вот Сашу дублицирует его партнер Лускарь Надежда, да? 10 регистраций. Ребята, это все можно делать. И я поздравляю и тех людей, которые 3 регистрации сделали. Вы на правильном пути. Кстати, я здесь не добавила в список, у нас есть новый партнер Вика Скаленко, 8 регистраций. 8 регистраций за первый каталог. Поэтому, друзья, я всем рекомендую смотреть на результаты, на факты, на аргументы. Это то, что есть реально. Если вам кто-то говорит, да, в Oriflame уже никто не идет, вы сразу покажите этот вот пример, да? Больше чем 500 новых партнеров в команде у нас есть за прошлый каталог. Вы понимаете, как развивается команда? Бонус лучшему рекрутеру действует и дальше. В следующем каталоге тоже можно получить еще дополнительно 200 гривен. Берем инструмент и делаем. Я хочу дальше еще всех пригласить на выездное мероприятие. Это у нас портальный форум «Тренинг экспрессом к мечте 1» в городе Полтава. Мы были в городе Харьков, вот была наша команда, было руководство, это наши асмы, это наш региональный менеджер, это Катрина Лакбаров и это Виктор Афонин. Это те люди, которые самые первые вот лицо компании. И на этом мероприятии в Полтаве вы тоже сможете с ними увидеться, сможете увидеться с командой, сможете обменяться опытом, узнать новую информацию, поговорить, пофоткаться с этими людьми, с руководством, да, это все вы можете, если вы купите билет за 50 гривен и зарегистрируйтесь по этой ссылочке. Напишите в чате, кто будет. Да, у меня есть табличка, будет у нас уже человек 20, я еще точно не посчитала. Сегодня создам чат, где мы будем общаться уже, как мы проведем весело, отлично время. Это будет вот наш отдых нашего сообщества, мини-сообщества команды «Приоритет». Да? Поэтому это будет в ретро-клуб «Подиум» в Полтаве. Очень интересно, классно. Встретимся с разных городов командочкой. Поэтому ссылочка была в чатах. Оль, продублируй еще раз ссылку в чат. Кто хочет, пишите. Если вы не знаете, как туда попасть, в Харькове были у нас 4 новичка было у нас. Оксан, можно... Ну, можно, в принципе, и до пятницы, это будет в пятницу. Можно и до пятницы, ну, как бы просто там билеты разбирают, ну, очень оперативно разбирают билеты. Поэтому, ну, как только надумаешь, сразу пиши. Было 4 новичка, вот Даша нечестная была, Катя была, Аня была,
Даша, видела Дашу в чате. Даш, напиши, вот надо на таких мероприятиях быть или не надо. Стоит потратить 50 гривен и попасть на такое мероприятие. Потратить день времени 50 гривен и попасть на такое мероприятие. Даш, ну ты как новичок была у нас в Харькове на таком мероприятии. Вот напиши просто свои впечатления. Поэтому я всех приглашаю. Будут директора, буду я, Славик, будет Толя Подлесная, да, будут партнеры с разных команд, но ничего, мы все одна команда, мы все там встретимся, все вместе сядем, пообщаемся, пофотографируемся. Это было очень интересно, полезно. Также хочу сказать, что 3 декабря такая же встреча «Экспрессом к мечте», ну то есть такая вот юбилейная зустрич, да, 20 роки в разум, будет проходить во Львове, готель «Соната». Стоимость этого мероприятия будет 180 гривен. Здесь будет дольше идти мероприятие, здесь будет больше опыта, здесь будет больше информации, здесь будет выступать Ирина Еременко, старший бриллиантовый директор, делиться опытом. Здесь еще будет включен обед в это мероприятие, то есть, опять же, команда, вот, Богдана Лысюк запрошу я, Богдана, если что, фотозоны будут, фотографы, ну, это все, как всегда, все прекрасно, классно, ну, будет продолжаться 2,5 часа, вы можете за эти 4,5 часа, узнать что-то новое, и опять же взять для себя что-то и начать применять. Можете взять с собой туда какого-то своего друга, подругу, маму, брата, куму, свата, кого хотите, да, чтобы ваши родные, близкие удостоверились, что вы все-таки занимаетесь не ерундой. Не ерундой. Многие, что ты ерундой занимаешься? Это не серьезно. Возьмите, пригласите. Пусть человек послушает, и тогда он скажет, серьезно или нет. Так. Девчонки, вот Наташа и Богдана, директора, будут во Львове, поэтому если кто-то собирается, пишем Богдане, Наташе, и там встречаемся тоже огромной командой. Супер. Вот Леша будет. О, уже банда собирается, это круто. Идем дальше. И я следующее, что хочу озвучить, это банкет менеджеров, это тусовка менеджеров будет у нас в Киеве 21 января. Ну, то есть я уже рассказывала, что будет на этой, как можно заработать билет, уже закончилась квалификация, и сейчас я просто проговорю, что будет там, да, для того, чтобы попасть на мероприятие, чтобы сделать скидки, у вас было ровно 7 каталогов, когда нужно было просто повысить звание на 1% уровень и выше. Кто захотел, повысил, кто не захотел, кто не смог по каким-то причинам, не повысил, да, вот какое будет мероприятие, да, это будет опять мы будем с 21-го, да, 21-го. Это будет в аутлет-городке «Мануфактура». Вот будет бизнес-конференция в одном зале, потом будет обед и будут трансферы на вечеринку менеджеров. Она будет в другом зале, да. Сначала будет прогулка, вот ярмарка, уличная еда, активности на улице. Потом будет с 17 до 21 вечеринка, чествование, тусовка в зале. Это будет очень интересно. Вы представьте, сколько эмоций только за вот один вот этот маленький день. И сколько вы эмоций увидите? Дресс-код нашей команды, ну, то есть вообще дресс-код в компании, это вот такая вот удобная одежда, да, там, ну, какое-то, может, вязаное что-то, да, то есть в одной одежде и туда, ну, такая стиль casual он называется, да, то есть, ну, не деловой, не нарядный, то есть такое, чтобы можно было, ну, пройти и по бизнес-конференции, и потом прийти потусоваться, да, и чтобы тепленько было, поэтому мы определили уже наш дресс-код, это серо-бордовый, да, то есть это можно серое вязаное платье, это можно какую-то там серую кофту, вязаную бордовую юбку, для мужчин мы придумаем отдельно что-то, да, то есть у нас будет чат, где мы будем общаться про этот банкет, и встретимся, конечно же, на банкете, и сейчас я хочу просто отметить лучших, да, которые все-таки заработали билеты на банкете. Я посчитала, 38 человек у нас, это те, кто точно уже будет. Посмотрите на свои фамилии. У нас едут 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек совершенно бесплатно на этот банкет. Вообще стоимость банкета 950
350 гривен. 6 человек едут совершенно бесплатно. Вот еще есть люди, которые заработали 50% скидки. Есть много людей, которые заработали 30% скидки. И есть много людей, которые заработали 20% скидки. С этими людьми мы со всеми созваниваемся. Если человек, да-да-да, я еду, тогда мы создаем чат, общаемся в чате. И я хочу сказать, я не знаю, как будут свободные продажи билеты или нет. Для тех, кто не попал... Ой, Тань, да, точно. Таню забыли, да. И Иру Ферренс забыли, простите. И Подлесную забыли. Но ничего, нормально. Еще будет Амельченко, Ферренс, Подлесна, Савуляк. Да-да-да. Ну, то есть человек 45 будет. Поэтому, ребята, сейчас уже начинаем подготовку. Потихонечку, да. То есть начинаем думать, что одевать. Начинаем думать, где будем ночевать. Начинаем думать, с кем будем ехать. То есть и так дальше. Как будем добираться. И я хочу сказать, то есть ждем информацию. Может быть, все-таки появятся в свободной продаже билеты. Поэтому, кто хочет за 950 гривен, я не обещаю, я не знаю. Но, возможно, да, появится такая информация. Поэтому Саша тоже будет. Хорошо, да, и поэтому, как только выйдет информация, да, мы будем дальше информацию говорить, но просто приготовьте 950 гривен, то есть, если будет информация про свободную продажу билетов, то есть, чтобы были уже сразу на чеку, не обещает компания этого, но все-таки давайте тогда, ну, чтобы сразу были готовы, только информация сразу, чтобы были уже готовы. Так, также я хочу сказать, что эти партнеры уже, да, эти партнеры практически все уже заработали себе футболки, но те, кто свыше 15% и больше, да, эти люди заработали уже футболки. У нас еще есть время до 17-го каталога включительно, кто сделает уровень 15% и выше с отрывом, и мы вот такую вот футболочку подарим. У нас уже есть целая команда в таких футболочках, и нам будет очень интересно собираться командной где-то в домике, где-то, Таня, ну, с тобой договоримся отдельно. И где мы будем просто даже делать вот суперские классные фотки, да, ну, в таких футболках. Ну, это наша команда, это наш вот, это то, что нас отличает. Поэтому, ну, это класс, эти футболочки уже есть в разных городах нашей Украины. Поэтому работаем дальше. Девчонки, все работаем. И мальчишки тоже. Следующее, что у нас есть, это у нас есть конференция для менеджеров. Сегодня так у нас новая информация, но это информация, которую, ну, нужно просто рассказать вот за один раз. Рассказал, вы все знаете, и целый каталог работаем. В следующий раз точно так же напомним, рассказали, работаем, потому что, чтобы лучше за один раз поучились и дальше только в работу. Следующее, это у нас новость, это Хорватия, да? Условия все помним. Мы еще не написали список, кто стартует. В следующем каталоге мы уже пишем список, кто стартует. Помните о том, что 2 квалифицированных рекрута каждый каталог, повысить свой уровень, ну, вот, в зависимости от того, на каком бы вы были до того уровня, который нужно, да, 2 Q в каталоге, 150 личных баллов. Если вы проходите, хотите, тогда вы будете на следующем слайде, на следующий каталог уже на этом слайде. Только вам решать, кто будет. Квалификация началась в прошлом каталоге. Будем в Хорватии маленькой командой, большой командой, ну, это зависит от вас. Работаем все вместе, чтобы поехать большой командой. Поэтому старайтесь. Если нужна информация от спонсора, обращайтесь, но Хорватия, это будет вау. Это будет вау, ну, то есть, это то, что поможет вам дальше двигаться. Также у нас стартовала программа «Мой автомобиль Oriflame». Вот такие автомобили скоро будут ездить по Украине. Вот, Лена сразу уже сказала, что нас будет 6. Вся в спонсора, молодец, я на первую конференцию тоже повезла 6. Так что это реально с нуля. Повести 6 человек на конференцию, это реально. Друзья, ну вот нужно просто сейчас взять и делать. А вы как спонсор, как лидер своей команды, должны это все считать, просчитывать, знать всю свою квалификацию, всю свою команду, кто сколько делает, кто как работает. То есть, и все. И все, и делаем вместе, и едем в Хорватию. Также хочу сказать, что еще год у нас действует эта программа, скоро будут такие автомобили на дорогах Украины.
И это круто, поэтому есть к чему стремиться, да, работаем и получим еще машину в подарок от компании. И наконец-то мы дошли до самого главного нашего, да, это именно факты нашей команды. Чем мы занимаемся? Мы увеличиваем товарооборот для компании. Я всем, когда провожу встречу, я говорю, твоя задача, наша задача увеличивать товарооборот для компании. И каждый день, каждый каталог мы это делаем. И в этом каталоге мы опять увеличиваем товарооборот нашей команды. Да? Это 55 тысяч баллов, 435 тысяч гривен. То есть это наша с вами команда организовала вот такой вот товарооборот. Это крутой товарооборот. И я знаю, что ну, не предел, работаем дальше. Но самое важное то, сколько мы зарабатываем, когда увеличиваем товарооборот компании. Напишите, вот торговые агенты, вот есть торговые представители, торговые агенты. Вот если вы организовали, вот, ну, кто работал торговым представителем, да, ну, или, ну, вот, если вы организовали 435 тысяч гривен товарооборот для вашей компании, сколько компания вам заплатит? Ну, у торговых агентов, представителей, план минимум 250, да, с любым продуктом, с которым работает торговый агент. Сколько с такого товарооборота заплатит вам работодатель, ваша компания? Напишите в чате, кто у нас есть торговые агенты? 1020 не заплатит, Оль. Чтобы получать доход 5-7 тысяч за план минимум, это минимум 250 товарооборот. Это 5-7 тысяч гривен. За 450, ну, возможно, 15. Вот. Просто возьмите, посчитайте. То есть 15, 20, хорошо, заплатят 20 вам. А нам компания за наш товарооборот платит 100 тысяч гривен. Вот, Таня пишет, 1 миллион 15 тысяч гривен. На мебели 400-500 тысяч план месячный. Вот смотрите, на мебели работая, организовал 400-500 тысяч план месяц, получил зарплату 20. Мы организовали для компании 435 тысяч товарооборот, компания нам на команду выплачивает 105 тысяч гривен. Вы видите разницу? Это прямые продажи. Почему важно строить бизнес в прямых продажах? Диваны, кровати очень редко покупают, а косметику покупают каждый день, каждый человек. Диваны, кровати, ну, я купила за свою жизнь, ну, сколько раз диван? 2 раза. Это сколько нужно продавать диванов, чтобы иметь доход? Поэтому, вот, смотрите, это 100 тысяч гривен, это доход нашей команды за каталог, за 3 недели. За 3 недели. И плюс еще бонус, да, в итоге 105 827 гривен получила наша команда. Это не считая сумок, вот, подарков по стартовой и так дальше. Друзья, компания платит. Мы работаем с компанией напрямую. У компании нету помещений, складов, да, там этих всех оптовых, разных средних, мелких, больших оптов, да. То есть компания работает напрямую с вами. Поэтому у компании идет очень большой излишек денег, который она может дать вам. Вот он, Лена пишет, и дома не живут, а я живу дома. А я живу дома, и доход уже больше, чем 15-20 тысяч гривен. Так я дома постоянно. Поэтому, ну, ваш выбор, где работать вам. Вот рейтинг, пожалуйста, партнеров. Сколько людей получает, это именно денежные вознаграждения у нас в команде. Сколько людей получает уже деньги у нашей команде. Ну, то есть видно, да? Если кто-то говорит нереально зарабатывать, просто покажите этот список. Я аж заикаться начинаю. Уже скоро список не будет помещаться на один слайд. Ну, потому что это реально система работает. И если кто-то сомневается, вы просто заинтересуйте и пригласите на вот такую планерку. Или скиньте просто планерку в записи своему человеку, который сомневается. И просто начните делать немножечко больше. Это я всем рекомендую всегда стремиться быть в десятке лучших. И работаем дальше. Что нужно делать вкратце? Все я сказала. Правило 3П.
пользоваться, приглашать, посещать обучение и делать это каждый день в системе. Все. Как это делать? Мы даем регулярно обучение. А что мне смотреть на обучениях одно и то же, все постоянно одно и то же? Ну, если мы это даем, значит это надо. Если вы это не берете, значит вы не растете. И все. Поэтому я всем рекомендую именно обучаться, приглашать и пользоваться продуктом самим. И еще раз, я знаю, что вы достойны быть счастливыми и успешными, и нужно просто начать действовать прямо сейчас. Ну и сейчас мы с вами переходим непосредственно к нашему онлайн-розыгрышу. Сегодня мы задержались, но эта информация, ее нельзя за 5 минут дать. Сейчас я найду, где наш... Вот, и сейчас у нас будет розыгрыш денежных призов. Розыгрыш денежных призов из серии Wellness. Здесь есть люди, которые... Здесь будут номинации участников, которые размещали от 50 баллов и более в прошлом каталоге. И, смотрите, первая номинация у нас это для тех людей, которые размещали заказ от 50 баллов до 99. Приз 100 гривен. И таких людей у нас... Вот у нас есть программка, где мы будем сейчас этой программкой выбирать победителя. Таких людей у нас 65. Вот, и нажимаем «Сгенерировать». И сейчас мы видим, что у нас номер 59 победитель. Глебко Алена есть у нас? Напишите в чате, Глебко Алена есть у нас? Таня Прокопчук, сколько баллов было? Так. Сгенерировать опять, Глебко нету, молчат. 54, Койляк Богдан. Надя, сколько было баллов? Сколько баллов было? Здесь номинация для тех людей, кто разместил 51. Юля Шилофаст разместила 150, а это номинация для тех людей, которые разместили от 50 до 99. Надя Лускарь. Ребята, ну, спонсоры, проверьте, пожалуйста, сейчас, проверьте, ну, то есть, я продолжаю. Велет Светлана есть? Велет Светлана есть? 7. Демчук Олена. Номинация для тех людей, которые разместили заказ от 50 до 99 баллов. Идем дальше. 4. Поросюк Марьяна. 42. 42. Исаенко Карина есть? Исаенко Карина есть? Идем дальше. И розыгрыш для тех, кто есть, еще не забываем. Так. Исаенко Карины нема? 13. Смоляк Татьяна. Смоляк Татьяна. 37. 37. Харчук Марина. 15. Курильчук Ирина. 57. Беляк Вита. Вита есть? Вита есть или нету? Напишите в чате, Вита есть? Должна быть? Вита есть? Нету. 11. Вивчарик Наталья.
23. Иваненко Светлана есть? Есть, да? Нема. 15 был. 15. Курильчук Ирина. 48. Мороз Денис. 18. Ковтун Нина. Вы мне остановите, когда уже будет тот человек, который есть. 12. Как плохо видно. 12. Атаманюк Виталия. 58. Кириченко Виктория. 42. Исаенко Карина. 20. Сырко Юргита. 53. Леснянская Галина. 39. Лыжняк Наталья. Ну, это для онлайн присутствующих. 47. Дробот Виктория. 57. Беляк Вита. 17. Велет Светлана. 47. Дробот Виктория. 23. Иваненко Светлана. 44. Федорченко Василь. Кто же будет у нас счастливчиком? 63. Зинюк Любов. 64. Ткачева Оксана. 14. Чемерис Наталья. Чемерис Наталья есть? Кто в гостях? Таня, на ком остановились? На Наталье Чемерис. Остановились на Наталье Чемерис. Номер консультанта пиши, продолжаем дальше. Поздравляем Наташу. Было у нас много попыток. И идем дальше. Следующая номинация 150 гривен на кону у нас от 150 до от 100 до 149. Так, здесь у нас 96 человек. И начинаем. Девяносто два. Качура Виктория. 28. Артамонова Юля. 69. Зайцева Татьяна. 34. Коляда Дмитрий. 46. Белая Аня. Аня была. Есть Аня, да? Есть Аня. Вижу. 54. Пишите. Так. 150 гривен. Аня, поздравляем, идем дальше. От 150 баллов и более. Таких людей у нас 125. 113. Нечестно, Дарья. Самый активный человечек. Аня, твой номер. Это ты дала номер Оле Подлесной.
нужно твой номер. Дарья, поздравляем. 200 гривен получает Дарья. И номер консультанта пиши себе. И ничего себе нельзя писать. Нужно все себе. Деньги получила. Как это ничего себе? Все себе. Мне напишите, Аня Белая и Дарья Нечестная, напишите мне номера консультантов. И идем дальше. У нас следующая номинация. Это номинация потребителей wellness. Это те люди, которые принимают wellness, покупают wellness от 50 баллов и более. Таких людей у нас 51. Сюда номер напиши, да, Даша, да. И Белая Аня тоже напиши. Таких людей у нас 51, те, кто покупает wellness. Поэтому этим людям мы можем в подарочек 29. Скоро богата Виктория. Есть? Виктория есть? Пишите в чате быстренько. Виктория есть? 36. Каратаева Елена. Если нету Виктории, тогда детскую... Ну, ничего. Ну, не пишите мне тогда. Если Виктории нету, тогда Каратаева Елена получает детскую омегу. Для деточек, конечно же, полезно и нужно. Так, Дарья Нечестная номер не написала, и Белая Аня тоже. Все, на этом у нас с вами заканчивается вот такой вот розыгрыш. Мы объявляем розыгрыш на следующую неделю. На следующую неделю у нас розыгрыш, и тоже у нас будут призы. Призы денежные и призы денежные и по призы денежные и по номинации wellness у нас будет нутрикомплекс для волос и ногтей. Поэтому я всех поздравляю, я всем желаю, мне Ане Белой, пожалуйста, напишите номер консультанта. Я всем желаю все-таки эти знания сейчас начать применять правильно для себя. Вы уже намного больше знаете. И вам уже намного больше везет, да, потому что вы уже знаете эту информацию. Слайд про 150. Смотрим слайд про 150. Номер консультанта Аня Бела. Скопируйте себе слайд, я заканчиваю дальше. И следующий розыгрыш у нас будет такой, будет 11 декабря в 13:00. И помните, никогда не сдавайтесь. Помните, что если вам тяжело, значит вы на верном пути. Тем более будет тяжело новичкам, потому что сразу такую вот морковку вытащить, да, это сложненько. Поэтому я всем рекомендую все-таки не сдаваться, идти только вперед. Если одни люди смогли, они могут, и вы можете. Поэтому действуйте прямо сейчас. Я думаю, коронная фраза «действуйте прямо сейчас» сегодня уже неоднократно прозвучала. Поэтому давайте просто серьезно относиться к нашей жизни, к нашему бизнесу и к жизни и результатам наших партнеров. Поэтому всех целую, обнимаю. Встречаемся на обучениях, на квартальных форумах, на банкетах. И на этом с вами прощаюсь. Всем хорошего каталога и всем хорошего дня. Всем пока-пока.